Следующий способ, ребята, у меня снаряжение 6-миллиметровой картечи. Вот она. Вот такую картечь у меня брали подписчики. Вот она, прям с той же бутылки. У меня тоже такая темная. Ровно 6 миллиметров. 28 штук. Способ очень хороший. Очень дальнобойный. Сколько зверей я им взял, так сказать. Как снаряжать? Вообще в идеале какую-то прокладку положить. Как в прошлых видео. Потому что вот такой обтюратор или какой-то другой вот тут раскинет картечь. И на прокладке, на вот таких войлочных пыжах под закрутку в парафине. Ребят, ну блин, ну 70 метров ставишь, бутылку не обносят. Все удивлялись. Ну мы отстреляем ее. Мы ее стреляем в том способе, которым я 20 лет назад заряжал. На звезде ее немножко все равно раскидывает сильнее. Так. Дальнобойный патрон. Это порох Сокол сразу же. Вот он. Я их два заряжу. У меня там еще 5,6 есть заряженные. Для чего? Последний патрон. У меня вот такая. Последний патрон. Пятизарядки. То есть. Особенно когда корка там или бывает стреляешь пятым. Уже далеко. А были времена, когда корка вот такая, все 5 патронов были. Идешь, к зайцу не подойдешь. И приходилось стрелять не близко. Я вам скажу, сколько мы еще гусей. Ну, гусей мы 4 нолями били в основном. На такой высоте доставало 4 ноля. Ух. Порох Сокол, кстати говоря. Тогда применялся на эти 4 ноля. Только Сокол. Вот этим бы стрелял, не взял бы ничего. На высоте. Так. Ну я один патрон покажу. Значит, все, порох Сокол я убираю, он нам больше не нужен. Сейчас я найду обтюратор. Так, ребят, далее мы используем рязанский обтюратор. Он низкий, не такой высокий. Очень плотно идет. По моим отстрелам мороз он держал. Минус 30. Капитально. Там, где вот такие обычные пыжи-контейнеры сели. Просто, видно, лопнул обтюратор. И все. Так, в случае с Соколом можно применять пробку. Сокол стрельнет. С таким обтюратором скорость не сядет. Можно... применять войлочные пыжи. Ну давайте поставим пробку. Плюс у нас еще будет парафин. Раз. И вот здесь. Такая невысокая, миллиметров 5, наверное. Два. Нам надо будет сейчас сверху поставить вот такие войлочные пыжи. Очень хорошие пыжи. Я ими добираю любую высоту. И они саморубленные, диаметром 19. Вот. Будет самое то, что надо. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 28 штук. Ребят, вот эта картечь ровно 6 миллиметров. В природе вы ее не найдете нигде. 5,9 так не летит, как 6 почему-то. 5,9 я покупал заводскую. 6,2 вообще не летит. Вот поэтому... Что дальше? Дальше мы проверяем высоту. Ложится она по 7 штук. Сужение важно. Чтобы сужение у вас было то, которое нужно. Минимум получок. В идеале 0,75. Либо чок. Вот в таком вот по 7 штук. В таком варианте в парафине она летит. Ой-ой-ой как. Просто я говорю, я сделаю видео и все покажу. Вот смотрите, под звезду как раз мы будем заливать и закрывать парафином. Все. Теперь наша свечка. Там где-то еще вон дробинка прилипшая какая-то.
И они потом падают и катаются. О. Так. Свечка. Туда я не буду ставить, ребят, прокладку. Парафин сильно в этот... В войлочный пыж не влипает, он просто покрывает сверху и потом разваливается. Находил я такие пыжи, как бы все это... Хотя, может, кто-то может ставить прокладку. Я сейчас не буду заморачиваться. 7 штук ложу. Гильза у нас бэушная. Ребят, обязательно нужно ее смачивать. Желательно маслицем каким-нибудь. Чтобы силиконовая смазка или чем-то, ну, без фанатизма, чтобы парафин не прилип к гильзе. В случае с новой гильзой там все не так печально. Новая гильза скользкая. Вот. Вот этот патрончик. Я ушел, ребят, от 5. Сколько там она? Мне, блин, вот эта картечь дедовская, ну просто бомба. У меня подписчики ее взяли. Я им сказал, как ее снарядить. Вот скоро отстреляют, отпишутся. Потому что, не знаю, у меня такие выстрелы вот этой картечью были. Сколько я лисиц взял, на удивление. И зайцев сколько били по корке. 5,5, 6 миллиметров летело. И, ребята, она, блин, валит вот в таком способе. Но тогда я снаряжал под закрутку на порохе Сунар. Вот так, заливая парафином. Кучность была просто на удивление. Вот я хочу вернуться к тому способу. Я реально хочу вернуться и отстрелять вот этот способ с обтюратором под звезду. И отстрелять с прокладкой, с войлочными вот такими пыжами. Большими заводскими я тогда стрелял. Вот именно такими пыжами. Я хочу отстрелять. Потому что что-то мне подсказывает, что... Звезда раскидывает против закрутки именно вдаль. Вот именно вдаль. Детвора балуется. Патроны не хотят помогать заряжать. Вообще отбились от рук. И самое интересное, что, блин, я в возрасте 14 лет ходил за следком за отцом. А сына не заставишь. Так, ну в принципе все. На охоте. Не буду я показывать второй, я заряжу его точно так, пусть остывает. Вот, мы залили каждый ряд поочередно. Мы не перегрели гильзу, некоторые плавят в банке и заливают. Патрон плавится, тогда вообще беда. Вот так все разлетается, рассыпается. Либо можно заморачиваться с буфером. Примерно то же самое, что парафин, но крахмал тянет влагу. А буфер от Мастер Скифа очень хороший, ребят. Вот буфер от Мастер Скифа можно применять. Ну, я парафин. Вот парафин и все. Я привык к этим способам. Этот сейчас зарежу точно так же. Поставлю. Пусть остывает. И закрою звездой. Только после того, как уже остынет. Если мы сейчас начнем закрывать, парафин поведет, картечь там по-другому уляжется. Нам этого не надо. Вот, так что вот такой вот способ. Только так снаряжаю. Был способ по 5 штук, именно 6-миллиметровую, в контейнер. 6,2 в контейнер по 5. Ставил спички. Верхний ряд 7 или 8 штук. Получалось 35 грамм там. В общем, варьировал. Вот. Но не то. Вот так вот 6,2 не летит. Либо надо 0,25, не знаю, либо ну не летит вот так 6,2. Плюс вес там бешеный. А вот этой прям четко 35 грамм, 28 штук.